Качественная питьевая вода в домах и квартирах – один из важных показателей комфорта жизни. Несколько лет на территории городского округа Щелково реализуется программа «Чистая вода», цель которой не только улучшение качества питьевой воды, но и совершенствование уровня управления объектами водоснабжения. Реализацию программы контролируют муниципальные и региональные органы власти и управления. Так, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин вместе с депутатом Совета депутатов городского округа Щелково Николаем Лавриений посетили находящиеся на реконструкции водозаборные узлы на улице Центральной в Щелкове, улице Розы Люксембург в поселке Загорянский и улице Льва Толстого в поселке Краснознаменский. Сегодня вот и программы, и объекты, которые по этой программе реконструируются, либо проводится капитальный ремонт, входят в программу национальных проектов. И сегодня как раз мы осмотрели ход работ. Сегодня нельзя говорить о том, что она завершена или какие-то есть уже существенные результаты. Нет, в ходе работы. Вот только одна водозаборная станция, готова. И сегодня мы посмотрели, и оборудование заменено, и капитальный ремонт сделан. Вот немножко здесь благоустройство дворовой территории проведет. Тогда здесь будет все на высшем уровне. Речь идет о ВЗУ в Краснознаменском. А вот модернизация других станций пока находится в процессе. На ВЗУ номер 3 в Щелкове все оборудование было заменено в прошлом году. В этом вторая очередь работ. Там проведена частичная реконструкция. На сегодняшний день там работы продолжаются. Подрядчики уже вот выходят, начинают реконструировать здание. Водоподготовка полностью заменена. Также заменена технология, переведена из напорной в самотечную, что существенно снижает энергопотребление, вот, и при этом качество воды у нас увеличилось. За 3 года на территории муниципалитета в рамках программы «Чистая вода» полностью реконструированы 15 водозаборных узлов. Это значит, что качественную воду стали получать около 50 тысяч жителей городского округа Щелково. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.